Полное описание и точно дата выхода 6 серии нового сериала «Пробуждение». 6 серия сериала выйдет на Первом канале 7 февраля. В новой серии мы увидим, как в параллельной реальности детектив поочередно общается то со Светланой, то с Кириллом. Иногда ему кажется, что это все происходит на самом деле, а его жизнь раздвоилась. Фролов старается найти виновного в случившемся и понять, что с ним происходит. Кроме того, Павел хочет помириться с сыном и попросить прощения у супруги за то, что он был невнимательным к ней в последние годы, так как все время пропадал на работе. 6 серия сериала выйдет на Первом канале 7 февраля. Если вам нравится сериал, и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.